Продолжаем выпуск. В Тверской области действует оранжевый уровень опасности. Он был объявлен еще 5 января, но был продлен до 7, а затем до полудня 10 января гидрометцентром России в связи с аномальными морозами, установившимися в ряде регионов центральной части страны. В ночь на понедельник местами столбики термометров в Верхневолжье опускались до отметки минус 30. Согласно данным синоптиков, причиной похолодания стал антициклон из Сибири. Из-за его влияния в ряде районов области среднесуточная температура была ниже нормы на 9-17 градусов, в областной столице на 15-17. В ближайшие дни прогнозируется повышение температуры воздуха до привычных показателей.